Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобою продолжаем играть во FNAF 6, друзья. Симулятор пиццерии Фредди, в общем, вернулся, и сейчас нам надо закупиться на 108 баксов, купить что-то такое интересное. Так, вот это мы все вроде как купили, да, видишь, все купили, но здесь. Так, здесь, друзья, что-то такое, знаешь, надо бы... Вот, я сцену купил, я даже двойную получается. Так, у нас есть какой-то светофор, у нас есть... Смотри, вот это! Офигеть, вот это аниматроник. Так, то есть мы можем мистер Гиппотамус... Блин, это какие-то китайские аниматроники, но это куда круче, чем вот эти легкий аниматроник. Блин, боже мой. Так, ну ладно, 50 баксов, very good. Надо бы что-нибудь, знаешь, такое прикольное купить. Ну, сколько нам хватит денег-то, надо посмотреть. О, вот прожекторы, давай купим. Атмосфера 2 дается, друзья. Итак, вот наша пиццерия, боже мой. О, какой-то, смотри. Так, Марти Сплюнджер. В общем, one to the Marty, nothing does... Так, Марти... Давай 500 баксов, давай 500 баксов. То есть прорекламировать спокойно. Покупайте плюнтузы, вантузы мистера Пропера или как его там. Короче, вроде пропиарил, вроде что-то сказал, сказанул что-то на видео, получил 500 баксов. Ты это видишь? То есть дети как бы будут покупать Мартис Плюнджерс. Ну, это прикольно. Короче, 500 баксов зато у нас теперь есть, и мы можем себе позволить довольно-таки интересную вещичку. Атмосфера. Так, давай-ка что-нибудь... Опа, смотри, риск. У нас есть какой-то риск. Свинка 4. Угу. Фредди почему-то вот прям это... Так, ну давай. Мне больше всего гиппопотам нравится. Давай, братишка. Гиппопотамуса установим. Я даже не знаю, какой хуже. Давай, ладно, вот этого заменим. Так, а как мне... Стоп, а как мне его заменить? Секунду, он... А, во-во-во, все отлично, друзья. Гиппопотам, офигеть. Нифига себе, у нас 100 баксов теперь. Бонус 428. То есть мы можем, по идее, еще второго аниматроника поставить. И это будет довольно-таки интересным предложением. Да, давай-ка, наверное, поставим второго. Сейчас, секундочку. Квакушку. О, открылась у нас там еще особая такая штука. Вот, 100 баксов мне дадут? Нет, не дали, у меня 228 доллара, чуваки, это пипец какой-то. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита, надеюсь, вы там уже... Вау! Вау, просто, я не знаю, я бы сюда ходил. Вау, посмотри. А где аниматоры? Офигеть, это прям вот-вот... Сколько? 2000 баксов? Да, это именно те аниматроники. А интересно, что там 2500, блин. И риск. Везде есть риск. Вот в чем проблема. То есть какой риск? Security двери. А, кстати, это было бы прикольно. Так, риск везде. Ну-ка, сюда не поставить. Сюда плейтест. Короче, самое интересное, что мы с тобой можем здесь что-то такое сделать. Сейчас не поставить. Так, у нас 250 эткоин слот. Вот, атмосферу. То есть эта фигня добавляет атмосферку. Минус риск. А, так мы можем спокойно риск-то очистить. Вот как бы так. Итак, раунд 1. Блин. Еее! Так, раунд 2. Блин. Так, дальше давай. Спокойно, он жив, ребят. Короче, он счастлив. О, е. 400, раунд 4. Вот почти вот столько вот. Раунд 5 еще у нас есть. Боже ты мой, блин, чувак.
400 очков. Нормально, нормально? Надеюсь, мы там что-то это... Сейчас начнем новые рекорды. О, 100 баксов, ура! И вот давай вот это вот. Вот это самое действительно... Все. Все, чуваки, это самое, наверное, легкое. Мы тут опять рейтинг повышаем. Так, ну-ка попробуем. 28 баксов. Итак. 100 очков. 500. Прикольно. Это на самом деле прикольно. Но заметь, братишка, я тебе кое-что скажу одно. У меня есть такое чувство, что это просто полная фигня. То есть, ну это просто, как знаешь, типа... Для приколюхи вот это все. Тихо, не-не-не. Все это добавлено, а на самом деле все происходит именно ночью, ребята. То есть давай, наверное, мы сейчас финиш нажмем. И сейчас начинается самое жестокое, самое дурацкое, где надо, блин, действительно поработать. Где надо, блин, вот это все подумать. Моушен. Итак, давай, сканируем. Сканинг. Так, сканируется. Пока там сканируется, мы с тобой... Быстренько закупаемся. Единственное, только бы слышать какие-нибудь бы эти звуки, было бы хорошо. Так, сканинг. Ничего нет. Опа. Так. О, ты видел? Короче, в чем прикол? Он откатился назад. Так, мы давай аудио вот сюда вот сделаем. Пусть аудио играет. Жара невероятная. Ага. Так, пусть играет аудио. Надеюсь, он услышит. Но если что, вот сюда вот. Во! Пусть он там делает, а мы с тобой быстренько закупаемся. Короче, дело в том, что там аниматроник, жесткий Фредди. И я вот думаю, что делать с ним. Сканируем. Так. Боже мой, где он? Почему его не видно? Блин, дурацкая реклама! Плюнтозы! Вантузы, блин! Капец! Прикинь! Так. А чё вентиляция? Сайлент вентиляцию. Опа. Ага. Короче, нам надо... Можно сделать бесшумную вентиляцию. Почему я сразу до этого, кстати, не додумался, друзья? В предыдущей серии немного тупанул. Так. Да, потому что, блин... Ну давай, чё так долго? Боже, как долго. Серьезно, это самое, блин, дурацкое. Проще уже тут реально все заказать, чем вот это вот все делать, блин. Но вентиляция реально, вот знаешь, сейчас, наверное, вас отвлекает. О. Во. Пофиг на это все. Так, ордер тут все есть. Давай теперь печатаем всякие флайеры, постеры. Капец, у нас еще, блин, XP 95.
98 Ми XP. Так, где он? Нету, да? Ну и пофиг у него. Так, постеры давай распечатаем. Короче, в следующий раз сразу вентиляцию просто эту делаем и все. Please wait. Никого нет. А, вот теперь вижу. Почему она такая, блин? Ладно, фиг с ней пока. Давай. Print минус какой-то мы с тобой сейчас делаем. А, вентиляция, кстати, смотри, она более какой-то этой стала. То есть, видишь, тут можно активировать-то всего одну. Но я не понимаю вот этого, если честно. Она нифига, блин, это, тише не становится. Или, может, наоборот, что она работает, потому что... Он как-то заслоняет нас. Ну, не знаю. Сейчас проверим. Так, туалет. Мы типа чистим это все. Так. Нагрев пошел. Нагрев нашей жопы. Так, я не вижу вообще никаких аниматроников. Ага, во. Опа. Так, сканируем. Вот что-то ни хрена нет. Наша сливая семья. Дурацкий аниматроник. Зачем я его просто подобрал? Я, короче, пацаны, решил сэкономить и взять запчасти со старого аниматроника. Ну и как ты думаешь? Конечно! Конечно же! Этот засранец... Все, так, что у нас тут? Так, о, у нас сохранились. У нас, смотри, вот это все сохранено. Это очень здорово, это очень-очень здорово. Хорошо. Так, все, да, плейтест, все, отлично. Финиш, то есть, слава богу, все сохраняется. То есть, что мы с тобой тут сделали, единственное... Только... Прошу прощения. Так, вентиляцию давай активируем. И начинаем опять все это распечатывать. Боже мой, это же миллион лет, блин. Это же миллионы лет, серьезно. Дурацкий медведь, как же он меня бесит. Так, моушен. Блин! Чищ! Мы наша сливая семья! Офигеть. То есть его надо как-то манить вообще так потихонечку. Боже мой, нифига себе, чё вообще? Чё произошло, блин? Вы чё, гады? Блин, что бы я ещё одного аниматроника подобрал? Дурацкого этого. Их надо нафиг... Ну, даже не знаю, выбрасывать. Если мы будем выбрасывать, наверное, даже особо ничего-то не изменится. Вот это не понимаю. Итак, начинаем заказывать. Ой, блин, чуваки, надо разобраться в игре, блин. К сожалению, видишь, я особо
Так, вот вижу, аудиотест. Ну. А вот какого фига? Странная фигня. То есть он как бы не двигается. А, вот. Теперь он задвигался. Не, пусть будет сканирование, наверное. Короче, нам нужно сканирование. Проблема в том, что, блин, сканирование-то, конечно, идет. Звуки, блин, дурацкие эти издаются. Говно вонючее. Он сейчас нас напугает, мне кажется. Там проблема вот какая-то, знаешь, такая есть. Ну-ка. Ага, вот видишь? Сразу сюда. Так, приманиваем его. Так, давай. Вот, он ушел. А он ушел, потому что он не слышит это, из-за этого дурацкого вентилятора. Вот, боже мой, где он? Я не понимаю. Вот, так. Боже мой, я не думал, что будет все настолько сложно. Я думаю, его можно будет просто приманить, как бы, знаешь, вот сюда вот, например. Где он? Тут! Какой приятный сюрприз! Прикинь! Боже мой, чё так сложно с этим дурацким аниматроником? Так, чуваки, всё, сосредоточились. В следующий раз я просто, чуваки... Мне нужны будут бабки, мне нужны больше будет денег, чтобы... Апгрейд, ну тут апгрейднуть я пока не могу. Короче, здесь можно кое-что купить, друзья. Сейчас я покажу. А, где-то это вот, 500. Хэндимен, 900 баксов. Но это, конечно, очень дорого, если честно. Так, вот вижу. Начинаем. Работаем. Он придет, не придет? Вот один вопрос. Во, он пришел. Все, там активируем, давай. По звукам. Мы понимаем, что он там.
Так, сейчас сюда давай еще раз. Его как-то надо гонять. О, где он? Капец, я на самом деле переживаю, друзья. Так. Надо... Да... Ну на компьютере-то на кой фиг эту дурацкую рекламу еще перезагрузка, Марти Плюмберс. Где он? Я не знаю. Я просто не могу понять. По звукам вот слышно, да? Он где-то здесь. Так, ну давай. Ага. Какого фига он? Короче, надо все это вырубать. Я думаю, надо все это вырубать и... Фу, это жесть какая-то просто. Второй матч очень мне сложно дается. Очень сложно. Так. Давай, почапали. Итак, короче, когда он подходит к нам... И мы слышим с тобой дурацкий этот звук. Надо вырубать, видимо, электричество, потому что это его бесит. И вентиляцию. Ага, вот. Все, начинаем. Смотрю, чтоб это... Ага, вот. Он уходит. Странно это, конечно. Так, он еще... Вот, он где-то там. Короче, смысл в том, что надо врубать комп. Как только мы слышим, когда он подходит. Так.
Ага, вот вижу. Начинаем, начинаем. Я уже, пацаны, не могу. Я уже на нервах. Так, попробуем сюда. Почему моушен перестает работать? А вот он, вот он. Так, давай распечатываем. Я пока вообще, вот знаешь, фигово понимаю все это. И это плохо. Почему ты, чувак, не можешь просто это сделать дома? Не понимаю, где же он? Я вроде его приманиваю, но получается как-то хреново. Вот, вижу. Во. Все, сейчас быстренько вот это все сейчас закончим и все. Как чистим, короче, сортиры. Так, смотрим, что сейчас произошло. Блин, это жопа, это просто жопа. Я капец сейчас пересираюсь. О, вижу, отлично. Все, последнее осталось и все. Так, все, хорошо, закрытие, отлично. Ну, слушай, это жопа полная. Итак, идем дальше. О, боже мой. Перед вами находится аниматроник, найденный в переулке. Мы не уверены в его происхождении. Вам нужно заполнить контрольный бланк, прежде чем захотите оставить аниматроника себе. Или, если хотите, вы можете выбросить его обратно в переулок и лишиться части прибыли. Пожалуйста, сделайте выбор. Так, да конечно я его беру. Выбрали заполнение контрольного бланка. Помните, что у вас имеется электрошокер, который... А, нормально, пацаны, блин. В состоянии, если он ведет себя странно или агрессивно. Вы можете использовать электрошокер только 3 раза. Потом он начнет повреждать аниматроника и уменьшит его себестоимость. Воспроизведение аудио через 3, 2, 1. Во, все, понял. Запишите результаты. Воспроизведение аудио через 3, 2, 1.
Запишите результаты. Воспроизведение аудио. Говнюк, он смотри, что делает. Мне кажется, мы, короче, все взяли зря. Пишите результаты. Ну я уже это сделал. Блин, прикол... Произведение аудио. Через 3, 2, прикол 1. В том, что, друзья... Запишите результаты. Воспроизведение аудио. Через 3, 2, 1. Капец, шарманка, блин. Я вот до сих пор не могу понять, как вот это вот все влияет. Понятное дело, что они каждый шевелится. Запишите результаты. Все, дальше, видишь, его ценность ломается. Вы закончили заполнение контрольного бланка и можете приступить к утилизации. Хорошая работа. Конец записи. То есть, нам вообще все равно, что мы там... Я понял твой призыв, и я понял, что он ложный, когда услышал его. Но это ничуть не отвлекает. Жесть. Ну, короче, я понял примерно, что да как надо делать, но это жопа. Итак, мы с тобой получили нифига себе, мы с тобой там... Чё? Мы же деньги-то по 986, ну ладно, нормально. Так. Нам вообще проапгрейдиться надо. Но это, друзья, мы в следующей серии сделаем. Ну блин, это капец, спонсор, офер. Да конечно, берем! Чем больше, тем лучше рекламы, правильно. Прям чтоб в экран светило. Зубики здоровы. Короче, друзья, на этом пока что все. Если тебе понравилось, обязательно подскажи мне в комментариях, потому что я что-то не так делаю вообще. Вот даже не разобрался, ни то, ни это. А на этом все, бай-бай, дорогой братишка.